Всем привет, ребятки! Вы снова на моем канале, и в этом видео я вам покажу обзор на вот такой вот каталог. Это третья часть, и в четвертой части я быстренько пролистаюсь по всему каталогу и покажу вам все коллекции. А в следующем видео будет распаковочка бумажных сюрпризиков. Так, начнем. Вот. С коллекции ингредиенты для слайма. Вот на этой коллекции я остановилась на второй части. Если же вам интересно посмотреть первую и вторую часть, то смотрите мои видео. Возможно, ссылочки будут в описании. Так, первая коллекция — это ингредиенты для слайма. Вот такой вот тут был слаймик, такого розового цвета с блесточками, и он состоял из глины монстрик, из ароматизатора с запахом баблгама. Тут написано гам, дальше с оранжевыми блесточками. Да. Дальше с таком... Из вот такого вот клея Элмерс и глиттерный, вот, розовые блесточки почему-то. Дальше из крема, из пены для бритья, конечно же, тетрабора натрия был. И вот такая вот баночка. Такой прикольный слаймик. Дальше следующая коллекция, это для канала «Бумажная апельсинка». Вот. Также еще на 600 подписчиков будет конкурс, и, возможно, именно тебе я сделаю коллекцию. Вот такую вот распакую ее на видео. Также нарисую тарочку, пиар, лайки и все прочее. Следующая коллекция — это моя комната. Вы сейчас можете видеть мою комнату только в бумажном виде. Вот. Тут, в общем-то, у меня такой диванчик серого цвета. Дальше потом такая картина, дальше стеллаж, на нем стоят книжки, он не пустой, да, и стол у меня тоже не пустой, на нем тоже есть что стоять, например, там мои органайзеры и все такое, вот. Также обзор на мой стол я снимала. Вот, дальше тут у меня окошко, тут батареи, вот тут можно видеть из окна дом еще один, тут еще один стеллаж, тут еще должен быть стеллаж, но, к сожалению, он не поместился. Вот тут вот за диваном еще должен быть шкаф вот такого цвета, так же, как и стол. Он еще блестит, кстати, вот почему тут такие белые точечки, типа блесточки. Такая настольная лампа. Вот ковер у меня такого светло-коричневого цвета, что-то такого вот бежевого. Следующая коллекция — это красная тема. Вот такие тут сюрпризики. Вот вы можете сейчас просмотреть. Вот. Идейки, ребятки, вы, конечно же, можете брать. Только говорите, то, что идейку взяли у канала «Бумажный сюрприз» от Арина Слаймс. Либо же просто сокращенно Арина Слаймс. Вот. Дальше коллекция «Кача Лайф». Вот. Такие турты. Тут персонажи. Вот. Кстати, из этой коллекции мне больше всего нравится вот такая вот девочка, которая ест чупа-чупс. И вот такая вот с крылышками, очень миленькая. Напишите в комментариях, кто больше всего нравится вам. Следующая коллекция, это вот такая вот куколка Лол, мы сами ее распаковывали, это Лол ОМГ, также там еще, по-моему, осталось 5 лайков набрать, и будет вторая часть, побыстрее набираем. Дальше, следующая коллекция, ТикТок одежда, это коллекция тоже от подписчицы, вот, куклу Лол я решила сделать сама, эти все коллекции от подписчиков. Вот, такая футболочка. Дальше еще такая футболочка. На стороне розового цвета, другая черного типа. Вот ТикТок, а он раньше назывался Мьюзикл. Дальше тут ТикТок написано, тут такой вот свитерочек с этим, как его зовут? С капюшончиком, вот и с ушками. Тут знак ТикТока, такие шортики, белую полосочку стандартные, которые все на физру носили. Вот, дальше... Такая вот толстовочка, такая короткая футболочка, может, не короткая, вот. На стороне такого малинового цвета, другая голубого, и такие штанишки. Тут также ТикТок посерединке, вот. Следующая коллекция — это пазл. Мы сами собирали вот такого вот Стича. Вот такой пазл у нас сами получился. Многие даже уже угадали сразу с 4 пазлов, с первого пакетика.
Там, по-моему, было 4 пазла, либо же 3, точно не помню. Вот, дальше следующая коллекция называется «Коктейль-стаканчик». Вот, такие тут стаканчики с единорожком, с котиком. Вот, с коронкой, также он такого голубого цвета, коронка бирюзового. Вот макаронцы тут такие. Дальше розового цвета стаканчик с пандочкой, которая спит. И с радугой розового цвета и белого. И вот такой вот самый красивый стаканчик. Мне он больше всего нравится. Тут написано «You make me smile». Вот. И вот такой вот стаканчик. Тут, кстати, вот смотрите, какая прикольная трубочка. Вот, ой. Тут такой подарочек. Следующая коллекция — это линзы. Такие вот линзы у нас тут с вами есть. Мне больше всего нравятся линзы, где глаз котика, смайлик и... Даже не знаю, еще какая. Пусть будет вот такая вот в виде паутинки. Следующая коллекция — моя геройская академия. Мы ее недавно закончили видео. Вот такие вот тут персонажи. Эта коллекция мне, ребятки, кстати, очень сильно нравится. Я как-нибудь вам постараюсь назвать эти имена, просто я не успеваю. Посмотреть, то у меня интернет не грузит, когда я хочу снимать видео, то с освещением как-то вот так вот. Думаю, то, что завтра вот я точно вам скажу, как их зовут. Следующая коллекция — это Майнкрафт. Да, тут остался всего лишь один сюрпризик. Мы бы с вами закончили эту коллекцию. Вот. Тут такой Стив. Вот. Дальше. Такой типа как снеговик. Дальше вот такой вот паучочек. Не помню, как его зовут. Вот такие, в общем-то, персонажи. Следующая коллекция — покупки языки. Тут они уже будут недозавершенные, как я вам сказала. Но в полном обзоре будут уже все завершенные коллекции. Так, вроде бы я все вытащила. Да, и тут у нас с вами вот такой вот контейнер для карандашей и для мелочей. Дальше такое растение. Такой фонарик белого цвета и серебристыми звездочками. Дальше такая кастрюлька серебристого цвета, конечно же. И такая рамочка, по-моему, она называется Фискби. Вот. Следующая коллекция — это битва пломбиров. Вот. Такие тут пломбирчики. И вот. Дальше следующая коллекция — это Бобби Баббл. Тут такие три рыбки пока что. Дальше следующая коллекция — Стич. Вот такой тут Стич. И вот еще Стич. И все, ребятки, значит, через 5 распаковочек будет обзор на весь этот каталог. Вот я его вам и показала, третью часть. Вот тут я пролистала чуть-чуть, может быть, вы что-то увидели. А сейчас мы с вами заполняем вот такой вот каталог с Ламой. Тут, кстати, есть одна коллекция, она называется «Лето». Вот. Пока что одна коллекция. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Вы меня поддержите лайком, напишите много комментариев. Я буду сразу запускать, конечно же, видео про распаковочки бумажных сюрпризиков. Я их выпускаю каждый день. Вот. И всем, ребятки, удачки. Всем пока-пока.